Предложение принимают по окружному телефону. Вы видите его на экране. Уже сейчас предполагается ввести особые меры поддержки для наиболее пострадавших предприятий. В каждом муниципалитете, в том числе Нефтеюганске, составляется подробный реестр. Кстати, наши экономисты предлагают внести изменения в список разрешенных к работе организаций. Есть такие организации, допустим, возьмем ремонт компьютеров. У них основной вид деятельности – торговля, но они на самом деле осуществляют ремонт. И они не вошли в данный реестр. Меры поддержки для них пока разрабатываются, еще не утверждено, но мы уже сделали звонок и сейчас готовим обращение в правительство, чтобы мы могли учитывать и те организации, у которых данные виды деятельности являются не основными, но они осуществляют их и получают основной доход именно с этого вида деятельности. Отметим, сферу розничной торговли непродовольственными товарами, к примеру, продажи одежды, планируется также включить в наиболее пострадавшую отрасль. Обо всех введенных и планируемых мерах для поддержки бизнеса можно прочитать на сайте businessyugry.rf. Кроме того, еженедельно Нефтеюганский департамент экономического развития проводит прямой эфир по разъяснению всех актуальных вопросов. Когда состоится следующий, следите за нашими новостями.